В России в Госдуму депутаты внесли законопроект о цифровых активах и ICO. Данный законопроект был представлен Минфином Российской Федерации. Законопроект определяет криптовалюту и токены как имущество, которое не является законным платежным средством в Российской Федерации. Продажа криптоактивов разрешена только через зарегистрированные биржевые площадки и брокеров. Полный список разрешенных операций с криптовалютой определит Центробанк. Законопроект вводит ряд ограничений на ICO. В частности, будет установлен размер средств, которые может вложить россиянин, не являющийся квалифицированным инвестором.